Влад, все говорят, что во время каникул все выполняли определенную программу, поэтому сейчас вроде как чувствую себя хорошо. Ну, скажи честно, все ли выполнял и насколько сейчас хорошо? Да, выполнял, но, признаюсь, не всю программу. Вот. Но даже если выполняешь программу, все равно здесь как-то по-другому это все ощущается. Вот. И, конечно, первые дни пока это тяжеловато. Да. Полтора, наверное, занимаемся. Вот, в принципе, пока достаточно хватает. После тренировки чувствуется усталость? Ну, конечно, да. Если хорошо работать, то она всегда будет чувствоваться. Занятия начинаются и заканчиваются серьезными кроссами продолжительными. На фоне остальных как чувствуешь себя физически? Ну, пульс спросил какой у меня. Вроде нормально, да. Вот, в красную зону не залазит. Первый сбор – это обычно, да, больше физической работы, мяча не так много. Есть желание с мячом побольше поработать? Не, ну с мячом мы еще успеем поработать, поэтому сейчас главное физически прибавить. Вот, а с мячом еще на втором сборе предстоит поработать.